Что? Ну, почему? Я думаю, что если ты хочешь брать в январе, то они уже родились, вероятно. В ультиметре. Я вижу, мне... Если ты будешь на это указывать, это будет, ну, неправильно, ты понимаешь? Вот, и... То есть она мне прислала, просто написали, Ну, наверху где-нибудь. Ребят, в принципе, да. Я хочу познакомить вас с человеком, который с нами работает на как бы продюсерских корпоративных и сложных проектах. Сам я прикажу Майдан, там пока звание. Они сегодня звонят там Дизею, Русского радио, Дима Оленин. Он хочет купить фотографию, зимний пейзаж Москвы какой-нибудь старенький. Ну, не современную, в смысле, да, старенький. Ну, старенькая, это, наверное, фотосоюз. Там более там... Премьеры могут. Ну, я просто по примеру, как бы это дуэльная консультация. Скажи, мы там фотографии работаем. А, более? Ну да, нормальные. В компании так, походу. Начинал один человек, потом... Начинал один человек. Сынок, Тимофей Парсик. Стыл, типа...